Да кто вам сказал, что не имея в большом количестве волшебных шабузи, позаниматься с ребенком вам не удастся? Я лично так не думаю. В Орионе все совсем по-другому. Но вы не поняли, куда ехать-то? Ах, для тех, кто 3 месяца нашего отпуска так и не понял. Вот вам внимательная и обосновательная направленность, куда ехать-то. Сюда и никаких гвоздей. И все-таки магазин Орион — это супермодный адрес. Дело в том, что сегодня и сейчас здесь привезли абсолютно все новое. Смотрите, полный перечень всех самокатов, игрушек и всего остального. Но еще здесь есть вот что. Как оно? Круто, да? А вот есть и еще такая штучка для дрифтового вождения. Ну и много чего интересного. Дело в том, что в Орионе сегодня и сейчас вы можете просто выбрать себе всякие хорошие и полезные вещи, которые очень-очень вам пригодятся. Да, глаза разбегаются. Да, много всего. И вещей, которых купил бы с детства здесь столько, сколько можно купить. Вот тут такое получилось, что мне пришлось 2 недели пролежать в больничке. Ну, к сожалению, а как по-другому? Дело в том, что 39 лет, и вот как-то так. Но пришло ж время, и мне показали новый фильм из серии «Тачки». Так вот, тачки там, конечно, были не совсем вот такие крутые, навороченные. Они там проезжали немножечко. В основном там были крутые другие тачки. Вот. Но такие же классненькие машинки, они здесь находятся. Просто приходите и смотрите, в каком ассортименте они здесь представлены. Такие, такие. А вот есть и еще небольшие такие. Особенно прикалывают цены. Для тех, кто шарит в машинах, скажем, за мизерную составляющую можно купить ребенку море. В очередной раз скажу, что у каждого ребенка должно быть не одна, не две, а может быть 3 машинки. Хотя, с другой стороны, это удел каждого. У моего сына их хватает. Но сегодня и сейчас, придя в Орион, я скажу, что теперь этих машинок, вот они, пожалуйста, большие багги, маленькие багги, навороченные багги, супер багги. Обратите внимание, какие багги. Все же здесь есть. Ваше дело только прийти и потратить какие-то 4250 рублей на хорошую машинку. Ну это-то да. Особенно учитывая прайсы за девайсы дорогих, да и всех сервисных центров. Тут за 5000 рублей вы купите то, что в других торговых центрах для детей стоит в 3 раза дороже. Каждый ребенок должен понимать, что рано или поздно он должен все собирать полностью сам для себя. Другой вариант, как это сделать? Если этого нет в других местах, либо это все стоит какие-то, ну, абсолютно бешеные деньги, то я не понимаю этого. Пожалуйста, конструкторы Эйнштейн. Вот они, 1050 рублей, 770 рублей. Потом многое из того, чего вы никогда в жизни в доме-то и не купите. Но все это есть в Орионе. То есть здесь самое интересное, что представлено. Когда я захожу в Орион и спрашиваю, когда же здесь будет то, чего я не смогу найти для своего ребенка. Мне говорят, такого не будет, потому что здесь есть все. А это да. И внезапно понимаешь, что мозги взрослого человека вообще ничего по сравнению с мозгами человека, пусть и рожденного-то совсем недавно. Да потому что у него нет взрослых и подчас сложноватых напастей. Теперь о том, что должно быть у каждого, и у мальчика, и у девочки. Это классические детские неваляшки. Они здесь есть, причем в большом количестве. Есть такие, есть громадные, есть и очень большие. Вот. А есть еще другие вещи, которые позволяют ребенку находиться в ванне в большом и комфортном состоянии. То есть, вот такая штучечка. Вот такая штучечка. Дело в том, что давно я здесь не находился. К сожалению, сейчас бы себе очень много чего притащил, потому что много чего есть интересного.
Ну и как всегда, для тех, у кого есть та девочка. Вообще надо понимать, что товары для мальчиков это направо, товары для девочек это налево. Ну и для тех, кто хочет поразмяться, это в центре. И вот каждый божий день сюда привозят абсолютно новый вид товаров. Дело в том, что сегодня, сейчас, если бы у меня был ребенок, в смысле девочка, я бы ее купил бы вот такую замечательную куколку за 380 рублей. Но дело в том, что здесь есть и другие виды товаров от 380 до 400 рублей, которые можно причесывать, можно красить. Это все что угодно можно с ними делать, потому что это все-таки для вас, для красивых, симпатичных девочек. И естественно, как ехать-то сюда? Опять для тех, кто хочет понять. Едем до севера по любой из трех, ну или из четырех улиц. В районе вокзала для дивного количества из тех, кто сможет влезть в три вагона до Уфы, едем в аккурат на озеро Соленое. Не доезжая до фирменного витка направо, поворачиваем сюда. Третий поворот из трех возможных. И все, приехали. Я лично за машинками. Ну, естественно, самое полезное – это машинки. Они здесь есть в большом количестве и в огромном ассортименте. Дело в том, что после того, как вы все выбрали, чуть-чуть до маленечко, только на машинке.